Сладкоежкам советую полить сверху блины медом. Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим блины из цельнозерновой муки, без молока, без яиц. Такие блины можно подать как с сладкой, так и с соленой начинкой. Приготовьте обязательно. С этой пропорцией получается 7 блинов. Блины готовим из муки цельнозерновой. Добавляем соль, половину чайной ложки сахара. Вода нам понадобится обычная, минеральная, газированная. Добавляем воду минеральную, газированную. Тесто готовится, ну, буквально 10 секунд. Вы сейчас сами в этом убедитесь. И я добавляю натуральный морковный сок. Добавим растительное масло. Ну вот и тесто готово, буквально 10 секунд. Никаких комочков, ничего не остается. Оставим на столе минут на 5-10, а в это время разогреем сковородку. Прошло 10 минут. Это тесто получается гуще, чем то, что мы делаем с молоком и с яйцом. Под первый блин смажу сковородку растительным маслом. Жарю блины на разогретой сковородке. Блинчики хорошо переворачиваются. Ну вот такие у нас получаются блинчики. Оставшиеся блинчики буду жарить на сухой сковородке. Если у вас будут прилипать сковородки, смазывайте сковородку растительным маслом. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока.